Вопрос про положение кисти при ударе. Неважно, прямой, боковой, чаще всего подворачивается у ребят кисть. Вот. Потому что каратистов учат бить двумя костяшками передними, да, туда вбивать их, да. Вот. Кто-то бьет вот таким образом, да, положение кисти, она у них подворачивается, либо выбивается вот эти вот пальцы, вот, либо большой. До чего дошли в процессе тренировок, да, уже многолетних. Кисть мы держим вот таким образом. При таком положении кость, она упирается именно в сустав, вот сюда вот. Вот. И даже расслабленная кисть вам не требует никаких усилий, чтобы она вот уходила в сустав и получался как бы, ну, удар как будто палкой. Потому что когда вы держите так, у вас вот эти вот связки, мышцы, они работают, да, удерживают кисть. Если сюда, вот эти вот мышцы удержат. Если вы ровно вот таким образом ставите, вот она получается у вас упирается в сустав. И в принципе никакой нагрузки не требуется. Даже вот я расслабленной кистью сейчас побью ему, вот. Она у меня не подворачивается абсолютно. Сейчас с левой поработаем. Вот. Кисть расслаблена, то есть вот в таком положении, и не подворачивается. Вот. Вот. Расслабленной кистью просто корпус. Вот. При боковом ударе, да, вот таком мощном, сразу можно перейти к тому, что удар идет именно корпусом. Не рукой, да? Просто хлёсткий, да, удар, а именно корпусом. Вот видите, просто кочерга, жесткая рама, вот полностью спина, работает только тазом. Вот. И получается у нас сюда. Вот левый, легонечко, при этом кисть вот в таком положении, вот так вот она стоит, и поэтому она не подворачивается. То есть вот. Вот мы работаем. Прямой, боковой. Снизу работаем. Кисть именно всегда в таком положении. При такой кисти не подворачивается сустав. Вот, ни сюда, ни сюда. Не выбиваются пальцы.